вышли оттуда? Ну, мне на Гургойле. Почему? Ну, видимо, мне в Гургойле. Подожди, у меня телефон с собой. Да, а мы прям вот так приехали. Все в порядке. Народ, и также не забывайте подключаться в мой парк Пилот Такси. Подключаем к Яндекс.Такси Ситимобил по всей России, в том числе и курьеров. Кстати, сейчас акция по промокоду ПИЛОТ1. До конца декабря вы работаете под 1% парка. Торопитесь, всех жду. Ребят, я всех приветствую, вы снова на канале Казах в деле и сегодня в нашем видео. Сегодня будет немного лайв-контента, я вам покажу что и как. Не буду слишком много нудной информации преподносить, просто покажу по минимуму. Кстати, был уже ролик по поводу заработка в такси и заказов. Его вы можете увидеть по выскакивающей подсказке где-то сверху. Поэтому, если не видели, обязательно посмотрите и оцените. Второе. Будет небольшой интерактивчик с призами. То есть будет возможность выиграть 500 или 1000 рублей. Обязательно участвуйте. В чем будет смысл конкурса? Часто на своем канале я вижу, как подписчики пишут, что фу, постанова. И в принципе, я вижу надпись про постанову практически на каждом ролике. Это все постанова. Каюсь, на канале есть постанова, но она всего одна. Поэтому пишите в комментариях, какое видео вы считаете постанова, и выигрываете деньги. Двух победителей я выберу среди правильных ответивших. В последнее время арендовать машину стало, ну, реально для меня лично просто невыгодно. То есть, грубо говоря, там, я занимаюсь парком, я занимаюсь монтажом роликов. Давай только без этого пи***а. А аренда капает. Мне это стало жутко невыгодно, и я начал искать варианты, как оставаться в такси и при этом не переплачивать деньги. Я еще тот жлоб. Я начал все это гуглить, смотреть, и общаясь с разными парками, мне говорили, что типа, братан, тачку дают минимум на неделю, где-то 10 дней, где-то минимум 2 недели. То есть вариантов не было никаких. А мне интересовало, чтобы я мог брать машину там на 2-3 дня. Чисто вот как выйти в выходной день, ночку покатать, ну, 3 ночи, там, 5 суббот, воскресенье покатать, заплатить за 3 дня и все. И не переплачивать за остальные дни, которые у меня нет возможности выходить и работать. Просто приступ лени сильный. Я думаю, меня поймут многие люди, у которых есть постоянная работа, которые хотели бы, наверное, подзаработать в такси. Особенно по выходным, когда у них есть свободное время. Вот. Но у них не было такой возможности, потому что им просто не дают машину в аренду. И я нашел такой вариант. И сейчас я еду брать авто. Я надеюсь, что мы с ними договоримся. Все там будет. Четко. Я заберу тачку и буду спокойно, не переплачивая, работать по 2-3 дня, когда мне это удобно. И мы мчимся за тачкой. Так, ну что, ребят, мы подъезжаем в место X, надеюсь, получением автомобиля. Какая-то бочка горит. О, что это такое? Чё-то жгут, ребята. Бомжи греются. Горит камень. Надеюсь, не налоговые отчеты. Так что так, ну что, сейчас идем разговаривать и получать автомобиль. Так, ну что, народ, мы на месте. Не так далеко, кстати, от дороги. Чуть-чуть вглубь надо было пройти. Получается, вот такая стояночка. То есть, я чуть попозже вам покажу, как это все выглядит. По количеству автомобилей на стоянке можно понять, что машины все-таки пользуются спросом, их разбирают. То есть, вот у вас, пожалуйста, все забрендированные автомобили. Вот, это все Яндекс.Такси. Все с брендом. Ну, где-то нет шашек, наверное, кто-то спер. Но, по крайней мере, видно, что авто есть в наличии, но их очень мало. Плюс ребята говорили, что они еще будут закупать новые. Поэтому дела, видимо, идут хорошо. Сейчас поднимемся, пообщаемся. Единственное, тут очень крутая лестница. У меня что-то сегодня проблемы с давлением. Ну, 33 года, сами понимаете. Я пожилой человек. И тут вот такая крутая лестница. Надеюсь, я не упаду и продолжу радовать вас видосами. Добрый день. Хотел машину взять, звонил вам. А, можете буквально пару минут подождать? Так, ну что, сейчас нас примут. Вот тут кабинетики. Тут серьезные
серьезные дяденьки работают. Я думаю, лучше их не беспокоить. Попьем пока кофейку. Бахнем карамельной латте. Так, ну что, можно? Да, проходите, пожалуйста. Давай, знакомься, меня Артем зовут. Как могу обращаться? Михаил. Михаил, очень приятно. Михаил, что вообще хотели? Смотри, хотел бы взять автомобиль. Мне говорили, что у вас можно взять его там буквально смену. То есть аренда не интересует. То есть не хочу там работать там по неделе. Ну, там... А, у вас основная работа, если хотели бы... Да, у меня есть основная работа. Ну, у меня, грубо говоря, нет сейчас немного времени. Очень занятой. Вот, я хотел бы взять, ну, брать машину там либо на 12 часов, либо там на сутки двое. Есть такая возможность? Да, такая возможность есть, смотрите, это, да, смены у нас есть, собственно, 12-часовые, либо суточные, тут уже как вам то есть, больше, в принципе, будет удобнее. То есть, в принципе, я могу взять машину там буквально на смену, на, ну, на 12, от 12 часов. От 12 часов, хоть прямо сейчас, там идет непосредственно комиссия. А по вариантам какие автомобили? Вариант автомобиля могу вам показать вообще Polo Rapide 2021 год, автомат, газ-бензин. То есть, вот, машинки свежие. Я могу выбрать, да? Конечно. Можем прямо сейчас пройти, вам покажу все. Пойдемте. Так, ну что, пойдем смотреть машинки. И можно еще кофе с шоколадкой на халяву от статус парка получить. Короче, надеюсь, я сегодня все-таки уеду на тачке. Ну, что-то возьму точно. И та самая бочка, про которую я говорил. Что-то они тут явно живут. Так, ну что, народ, Артем нам сейчас покажет автомобили. Возможно, вообще есть варианты, из чего я могу выбрать? Конечно, смотрите, на данный момент из того... Из свободных. Из свободного, да. Polo 2020 года и Rapide 2019. Я бы рекомендовал Polo банально, потому что он свежее. Ну, Polo, он выглядит Polo лучше. Polo поновее, да. Вот, ребят, если мы сравним с Polo, это какого года? 19-го. 19-го и Polo 20-го или 21-го? 20-го. 20-го. Ну, согласен, что он намного симпатичнее. Ну, давайте его посмотрим. Хорошо. Угу, спасибо. Так, ребят, честно, на полике ни разу не ездил. С кнопкой мультиключ. А, да, 20-й год все-таки. Мультиключ, Polo. Так, ну, ладно, про сиденье я ничего говорить не буду. Слушай, ну достаточно... Я можно же, да, заведу его? Да, пожалуйста. Достаточно кайфовая история. Как минимум... Не хватит? О, завелся. Потому что, смотрите, какой прикольный экранчик. Да, Polo, конечно, шагнуло вперед. Единственное, вот эта вся история осталась на том же уровне. Так, а тут как у нас, 92-95 бензин? Она газовая? Она газовая. Ну нахер. Ребят, честно, вот я не говорил еще, я ни разу не ездил на газу. И, если честно сказать откровенно, я просто немного ссу. Я, наверное, зря, конечно, ссу, да? Ну, отчасти да, потому что оборудование установлено так, что как безопасность соблюдена, что даже если в жопу въезд, где баллон установлен, то ничего криминального не произойдет. Но для таких случаев у нас как бы есть альтернатива. А что есть из других вариантов? Есть Rapide, он бензиновый. Но это 19-го? Единственное, да, он 19-го года. Пойдемте посмотрим сразу. Пойдемте. Так, ребят, мы, короче, посмотрим Rapide. Я извиняюсь, да, я немного ссыкло. На газу ни разу не ездил. Но я обязательно попробую, но все-таки начну с чего-то попроще. Вот, ну что, вот у нас Rapide, то есть у нас всего получается два варианта, да? А в данный момент, да. Но он на бензине? Да, он бензиновый. Так. Вот как раз таки в такие моменты, когда газа боятся, да, он. Так. Вот. Ну, честно говоря, ну тут у меня без вариантов, да, я, честно говоря, реально очкую немножко все-таки ездить на газу, поэтому бояться, да, особо нечего, но тот, да, посвежее, но если... Как бы, опять же, все понимаем, и разные ситуации есть, да, боитесь газа, вот есть альтернатива. Я, как понимаете, сейчас заняты, да, пока? Да, да, за ними сейчас уже люди едут. Так, за ними люди едут, так, соответственно, ну, я могу, например, откатать смену и потом взять, ну, например, другую машину попробовать. Да, конечно. Но уже на газу. Есть и бензин, даже другие, но в основном, конечно, газ. Да, но есть и бензиновые варианты. Что, ребят, не будем мы долго мучить Артема из себя, потому что немножко холодно. Я, честно говоря, хотел бы уже сесть в тачку и поехать работать. Так, работаем мы в формате смены. Какой процент я отдаю? 25. 12-часовая смена, 25%. Это 12-часовая дневная? Да.
Отработают 12 часов. И мы посчитаем просто, насколько будет смена, будет ли она выгоднее, нежели аренда. И опять же, ребят, я напоминаю, самый главный плюс. Вы можете взять тачку на 12 часов. Ее не обязательно брать на неделю. То есть, если у вас есть постоянная работа, это прям идеальный для вас вариант. Поэтому давайте оформлять машину тогда. Мне же договор же составить. Да. Все, ребят, мы пойдем оформлять машину. Следующая съемка будет уже из тачки. Я вам расскажу, что как. Ну и поедем, соответственно, работать. Там ребята шашлыки жарят. Хорошо живут. Будем все присобачивать, чтобы записывать для вас контент. Кстати, посмотрите, как висит камера. Камера висит максимально палевно. И, ну, про то, что многие пишут про постановы. Я бы сам так подумал, потому что, ну, не заметить эту камеру, это очень странно. Это очень сложно, я бы сказал. Так. Так, давай, держись, я в тебя верю. Вот так это выглядит. То есть, ну, согласитесь, что очень видно, да? То есть, тут телефон и тут камера. Странно. А если ты живешь в городе Санкт-Петербурге и тебе интересен такой вариант аренды, ну, будем называть это работа по сменам, там, брать машину на какой-то небольшой срок, то ссылочки я оставлю в описании. Можете позвонить, узнать, совсем сами ознакомиться. У меня, в принципе, к этой машине только два вопроса. Я вот на ней буквально минут 10 катался, что сиденьем его тупо не настроить. И самый главный вопрос. Это, блядь, что? Что это за привет из 2010-го? Вот честно, я такого реально давно не видел. Кстати, по промокоду «Казах», тот, кто будет брать смены, первые три вы получаете с огромной скидкой. Поэтому не забывайте, это хороший бонус. Здрасте. Здравствуйте. На Грибоедова, да? Ну да. Ух ты ж, ёперный ты ж нафиг. Извиняюсь, на вечер реально прекрасный. О, это ж хорошо, наоборот. Это восхитительно. Когда ты просто обнимаешь всех людей. Иди, я тебя обниму. Настолько восхитительный вечер? Настолько. Клянусь. Верю. У вас наличка будет или перевод? По карте. Переводом? Да. Можете перевести пока? Да, я сейчас это сделаю, да, чтобы потом это не париться, потому что я не справлюсь потом. Согласен. Я не настолько умный. Там на Тинькофф будет, если что. На Тинькофф? Подожди, у меня телефон с собой. О нет, только не это. Серьезно? На, серьезно. Вот у меня прям вопрос появился по поводу своего телефона. Я тупой. Мне понимать, нам назад ехать или нет? Видимо, да. У вас-то точно нету нигде, ни в карманах? Ну, как бы я пытаюсь найти в своих карманах, и я, ну, конкретно проебался. Ну вот, как так можно было проебаться? Извини, пожалуйста. Да, ничего страшного. Я, ну, прям выбрасываю все. И вот в этих нету, да? Да, вот я прям выбрасываю. И в джинсах нету. Все, что у меня есть во всех карманах, и, ну, как бы, блин, я со всей силы пытался, извини, пожалуйста. Да, все бывает. Я прям против, мне не нравится. Со всей силы, блин, не нравится. Мы сегодня добрые мультики смотрели. Добрые мультики? Да, добрые. Советские, 76-го года, там, ну, такие вот мультики. Что за мультики? Дед Мороз, а какой? Нет, не Дед Мороз, а... Какой подъезд? А, стой, все, подожди, тормози. Погоди, ты оттуда откуда ты пошел? Ты далеко уехал, мне в ту сторону. Так вы-то шли оттуда? Ну, мне в другое лево. Почему? Ну, видимо, мне в другое лево. Я не понял, в смысле? Не, вышли-то из этого подъезда, а не из того. Я сейчас можно выйду и определюсь. Хорошо, пожалуйста. Я вот сейчас вообще не понял. Хорошо, вот отсюда вы где-то вышли, либо отсюда, либо вот оттуда из третьего. А, вот этот подъезд. Да, я про это вот и говорю. Этот. Да. Ну, я говорю, мне выйти и понять. Ну давай, я жду тебя. Смотри, мужик, минут 6-7, можно, пожалуйста? Ну, лучше, я потревожу тебя. Лучше быстрее, конечно. Я максимально потревожу. Давай, давай. Ну, как бы, я тебе говорю, максимум. Давай, все, иди на... Тут такая штука, вот вроде бесячая херня, да? О, он идет веселый, позитивный. Вроде бесячая херня. Что он там забыл?
Что на этот раз? Что? Братан, я у тебя телефон не забывал. Так ты же за ним пошел. У меня его в карманах нет. Ты пошел вернуться, чтобы забрать его? Не, все. Он пошел за телефоном и неожиданно решил, что он забыл его у меня. Так он не забудет, что у него такси ждет? А не он в гости приехал. А то у него чуть-чуть как бы наличка. Так вот, к чему я говорил, что вроде ситуация бесячая, но настолько позитивный чувак, что прям охренеть. Вот даже настроение поднял. Мультики они смотрели, обнимались. То есть... На него даже не позлиться. Какой веселый дурачок. Правда, главное, чтобы он там не застрял, а не забыл, что его такси ждет. Две пачки сигарет еще оставил. Нашел? Бля, успех. Нашел. Все хорошо. Отлично. Как они охуели, я тебе кричу, это полный пиздец. А чего, то что вернулся? Ну, именно из-за этого. Ты нахуй здесь? Вот из-за этого. Все получилось, я рад. А можешь тебе быть? Нет. Осталось совсем нельзя. А? Осталось совсем нельзя. Ну, конечно. О, хорошо, не курю. Понимаю, что я лучше я тебе сразу перейду. А, точно, да. Вот. Может, с этого и начали. Вот, да, вот как бы я человек такой. Да, слушай, я думаю, ты еще по дороге несколько раз переспросишь. Ну, как бы вот. Это нормально. Вот да. Из этой серии, как бы, да. Вот я именно такой. Да. Мне пизда. Но зато весело. Завтра, сегодня хорошо. Мне уже хорошо сегодня. И пизда сегодня. Номер абонента. 950. Секундочку. Давай я наберу. Вот я говорю, я дохера нулей добавил. Посмотри сам. Очень много нулей. Ну прям дохера. Прям очень дохера. Как бы я был не прав. Возьми, я номер вел. А, держу. Лови. Я его держу. Все, номер вел. Сколько? 347. Блин, ты с этим живешь. Мне сколько перевел? Ты сказал 1047. 347, а ты мне перевел 1347. В смысле? Ты мне перевел на 1000 больше. Что ж, это довольно выгодное для меня предложение. То есть у тебя поездка 347, а ты перевел 1347. Сейчас тебе верну обратно. Спасибо тебе большое, да, что ты честный. Да я вижу просто, что что-то лишнее единичка. Вот, а я-то, ну, как бы со всей силы перевожу. Понял. И что-то я неправильно сделал. С душой перевел, я бы сказал. Посмотри, пришла, должна прийти. Вот, да, пришла. 1000 рублей, правильно? А можно я так всю жизнь жить буду, блин, с такими людьми? Так не получится. Ну, это же восхитительно. Но скучно. Не, ну, ты же рад и счастлив. И ничего плохого не случается. Слушай, а ты пил или ты курнул еще? Нет, я пил со всей силы. Ты просто такой позитивный, да? Да, я так живу. Если ты думаешь, что я знаю, куда я еду, ты не прав. В смысле? Ты адрес мне сказал? Да, это она сказала. Я прям в душе ебал. Так, стоп. Грибоедова? Да. Это твой дом? Да. Ну так а что говоришь, не знаешь, куда едешь? А я так глядываю слепо по сторонам. Ну, типа, я не здесь живу. Ну здесь ты не живешь, там еще ну, 6 километров. Да, я говорю, налево направо смотрел, такое не работает. И я честен со всеми и с собой тоже. Я сюда еду и мне. Смотри, где тебе, тут или подальше? Вроде подальше. Я прям канал Грибоедова. Ну вот канал Грибоедова. Да, а мы прям туда приехали. Все в порядке. Ты можешь определиться? Ты меня просто сводишь с ума. Туда или не туда? Мы, от слова, совсем не туда приехали. Подожди, ты сказал канал Грибоедова? Да, вот он. Именно канал Грибоедова. Вот канал Грибоедова. Да. Я тебе клянусь, мы приехали не туда. А почему не туда? Не знаю. Ну, прям, я не знаю. Нет, а ты где живешь-то? Смотри, вот телефон. Угу. Вот, давай я сделаю так, и ты все увидишь, хорошо? Давай. Ну, как бы, справедливо будет. Только карту не теряй.
Не-не, ну, будет справедливо. Ну, показывай, показывай. Ой, я нажал. Вот, вот теперь будет справедливо. Вот, сейчас, честно. Вот, прям первое, что я, ну, как бы... Угу. И прям дом. Угу. Держи. Ну, вот мы здесь стоим. Вот и... Идеально. Не, в натуре класс, но... Так ты же сказал не здесь. Молодец и красавчик. Так здесь или не здесь? Давай я выйду. А, выйди, о, да, у тебя это охеренно получается, выйдешь и определишься. Выйду и увижу. Это либо сработает, либо нет. Ну давай, я пока не уезжаю, поэтому должно сработать. О, да, работает. Спасибо большое. Пожалуйста, сигареты забирай. Сигареты. Раз пачка, два пачка. Вот, один. И там вторая еще. Блин, ты дважды раз. Не-не, это не то. Вот там. Вот. Вот, я вижу. Блин, ты дважды красавчик. Я тебя ценю, люблю и уважаю. Спасибо. До свидания. Ну кто, ребята, что скажет там? Он еще мне спасибо говорит. Поет там что-то еще. Ну что там, ребята, кто скажет про пьяных пассажиров, что их лучше не возить, с ними одни проблемы. Ну вот же! Вот! Забыл телефон, пришлось возвращаться. Перевел больше денег, пришлось возвращать. И не узнал свой дом. Но это идеальный бухой пассажир. Идеальный. Вот после него только позитив, только положительное настроение. Обожаю вот таких пьяных пассажиров. Пить вредно, но таких пассажиров возить люблю. Обязательно напишите, что вы думаете по поводу этого пассажира. Но как по мне, он красавчик. Позитивный, офигенный тип. Вот, у него в жизни точно все хорошо. Итак, народ, как и обещал, краткий итог по работе по смене. Сегодня пятница, я отработал 9 часов на линии и заработал грязными 7600. 7600 грязными, минус смена 22%, минус комиссия Яндекса, минус бензин, чистыми я заработал 3900. Чтобы вы понимали, если бы я работал на аренде, я бы заработал 3300. Решайте сами, выгодно это или нет. Но цифры говорят сами за себя. Я остался в плюсе на 600 рублей. Ну и, конечно, самое главное, что я отработаю сейчас пятницу, субботу. Сдам машину и буду спокойно заниматься своими делами. А если бы брал машину в аренду, мне пришлось бы брать ее минимум на неделю. И, соответственно, в какие-то дни просто не ездить и платить за нее. Так что, ребят, если вам будет интересна работа в смене, и вы живете в городе Санкт-Петербурге, информацию о парке я оставлю в описании. Звоните по телефону, вам все покажут, расскажут, выберут отличную для вас машину, и вы можете в тот же день уже выехать и работать. Всего хорошего, спасибо за просмотр, до свидания.